И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, это Макс, Фокси и Серега. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы начинаем. Кэтмакс, надеюсь, ты будешь разумно нажимать те кнопки, и мы не будем быстро сливаться. А вы, ребята, ставьте лайкосик. О, неспокойно. Ну что ж ты, страшный такой, встал под дверь, а? Ага, все, ночной режим включенный. О! Есть! О! Кэтмакс, красиво. Она сорвана с какого-то. Продолжаем, ребята. Ночь продолжается. Да, Кэтмакс? Да-да-да, ночь продолжается. Ребята, тут только веселье. Разогревка перед весельем. Сейчас, Кэтмакс, как? Чьи-то ноги лежат. Не понял. А что, так можно? Так, там музыка походу играет. Да. О, тут стоит Фредди. Опять сыт. Ну сколько мо... Отвали. Так, Серега, надо очень серьезно отнестись к этой миссии. Потому что если мы ее зафейлим, то знаешь, кем мы будем? Кабаками. Крутыми пацанами, потому что мы точно зафейлим. Да как? Да что ты? Вот блин, а? Серега, что нас так мочит? Да не знаю, обнаглели в край аниматроники, я заметил это. Надо быть более внимательным. Да. Так, все, я внимательный как никогда. Концентрация 101%. Закрываем калитку. Есть. Так, надо долго стоять, ждать. Да, потому что опять замочит. Ну нафиг. Не, ну ты видел? Ты видел? Видел, видел. Стоит, стоит этот чебурек. Розовый чебурек стоит? Стоит. Стоит. Чё так долго стоит? Стоит своей башкой, крутит влево-вправо. Ушел, не? Да, ушел. Я видел его. На, сиди. Нам этот стул не нужен, он старый, мы новый купим себе. Я открываю дверь. Его нету. Никого. Хорошечно. Так, Кэтмакс делает нам, наверное, перерыв. Сейчас одновременно 6000 человек придет, да? Сейчас отвечаю, Фокси пойдет, Голден Фредди. Отсюда пошел. Вот. Так, и одного ты угадал, Серега, красава. Кого еще угадывать будешь? Ого! 6000, как есть, только 3000 пришло, ну ладно. Ого, мужики, отста... Смотри, что он делает. Да вы офигели, а уходите. Мужик, ты чё этот? Мы тебе ничего не должны. Ого, смотри, стоит и стоит возле двери. Стоят и стоят. Ух, засранцы-то. Ах, блин, да сколько можно пугать меня? Так его не было там. Или был? Ну, как сказать. И да, и нет. А может быть, что я открыл дверь, и он сразу пришел? Скорее всего, бывает. Один на миллион такой шанс случается. С нами этот шанс часто происходит. Да смотри, опа, розовый медведь. Косолапый ты. Отлично. Ребята, тащим потихонечку, не спеша. Ну, мы уже натренировались. Надо просто смотреть очень долго и ждать, пока не уйдут. Вот я не вижу, есть или нету? Вроде нету. Нету, ну давай на всякий случай подождем еще 5-6 Окей. Секунд. Ждем, ждем, ждем. Можно открывать, значит. Да, смотри. О, здорово. О. Я тебя знаю. Ты Фредди. Так, да, конечно, другое слово, но пусть будет так. Не-не-не, это Чика пришла еще раз. А, и туда пришла. Не-не-не, вот. Ого! Вот. Там два и там два? Да. Ого, 4 аниматроника, ребята, пришло. Кэтмакс решил нам 27-я ночь. 28-я ночь, Кэтмакс, ты действуешь наверняка. Да? Да? Была ненависть, это был гнев. Это злость? Да блин! Рада открыл, он там еще сидит. Мне кажется, я никого не было. Еще под трупы потоптал. Ладно, все, ребята. Вот теперь я вообще не буду открывать калитки. Наполовину. Так, все хорошо.
Надо ожидать Фокси. Может сейчас побежать. О, здоровья. У тебя труба в руках, что ли? Да. А зачем тебе труба? Чтоб по морде дать аниматронику. А, кстати, у тебя очень классный скин. Ой, мод на фонарик. Прям луч так видно. Офигенно. Да. На тебе! Серега, прощай. Извини, Серега, надо было кем-то пожертвовать. Чё, я его побью сейчас. Бей, бей, бей. А как? А чё с той стороны никто не закрывал двери? Вот это игроки. Так, короче, ребята, нельзя ни на кого надеяться. Все сам. Ребят, я внутри аниматроника. Понял, понял. Скажешь, когда я он уйдет, я калитку открою. Я ему... Не, ничего ему нельзя сделать. Ой, я его побил, он ушел. Ой, я вижу твой фонарик. Заходи, мужик. Фу, красавчики. Ого, Кэтмакс, ты бешеный. А давай еще Голд Фредди и сзади вот этого, за стеклом. Еще есть? Все? Все. Марионетка есть? Порох закончился в пороховнице. Не, кнопки Кэтмакс кончились, жмякать. Никого у него. Буду смотреть. Здесь стоит, не открывайте, не надо. Бежит Фокси, бежит Фокси. Бах. Дверь закрыта. Красавчик. Так, смотрим здесь. Опа. Чика-чика-чика. Смотрит. Так, Фокси прибежала. Где марионетка? Ух ты шка! А кто открыл? Фокси! Ну что ты? Там же можно посмотреть, есть или нету. А она там еще была. Бывает. Надо ждать еще 5-6 секунд. Серега, знаешь, как это называется? Ты открыл, я открыл, а Фокси что не открывал? Да. Так что теперь мы все знаем, что нельзя открывать рано. А, кстати, сейчас шкатулка пошла, вы не забывайте. О! А, шкатулка! Я нажал. Уходите. Опа. А кто меня убил? Это Голден Фредди был. Вот мужик злодей. Я же сказал, выходите, он сейчас сожрет вас. Не лезь, она сожрет. Палку давай, палку. Опа. Меня невидимая сила не пускает. Может, что-то там стоит? Вот. О, странно, да? Да. Очень странно. А я могу зайти и выйти. А у меня невидимая сила какая-то. А ну попробуй еще раз. Странно. Это не странно, это сранно. Очень странно. Сранно. Да кто тут ходит и шумит? Да вот с правой стороны. Так, шкатулку нажали? Нажали. Вот с этой стороны не нападает. Пошел отсюда, щенок. Так, пацаны, так, красавчики. Вот здесь лучше не открывать, потому что тут этот фиолетовый. Ого! А тут Фредди сидит. Лучше не открывать. Да что такое, психи? Чика, пошла вон. Нету пиццы. Есть пицца, мы ее уже съели. Да. А, получается, нету. А с тобой не поделились, Чика. Нен-нен. Так, там Бонька стоит, вот здесь Пурпул Фредди. Все, Чика, как всегда. Лучше не открывать лучше дверь сейчас, а то хана нам будет. Классно, да, я сделал? Я не понимаю, его же, ну реально не видно его там, за угла. Все, аниматроники сами напросились. А что ты им сделаешь? Топор? А может просто убить Кэтмакса, и тогда они не будут идти? Красавчик! И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!